Строительство нового моста через реку Сок параллельно уже существующему началось в конце 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022, но уже сейчас объект готов более чем наполовину. На следующей неделе две стороны сооружения должны встретиться. Сейчас на объекте начался третий этап, заключительный этап надвижки пролетного строения. После окончания этого этапа пролетное строение по длине будет установлено в проектное положение. Параллельно ведутся работы по ремонту существующего моста, то есть разбирается и ремонтируются консольные части, меняется барьерное ограждение, пешеходное ограждение. Ход строительства Сокского моста губернатор Дмитрий Азаров обсудил на рабочем совещании с министром транспорта региона Иваном Пивкиным и представителями компании-подрядчика. По прогнозам областного Минтранса, к началу марта мост будет завершен на 65%. Сдадут его на год раньше запланированного срока. Для этого запросили дополнительное финансирование из федерального бюджета – почти 750 миллионов рублей, что позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста уже к началу июля. По графику монтажа монолитных конструкций, по графику надвижки, мы можем по новому мосту открыть движение до 1 июля с учетом закрытия движения по старому мосту. И старый мост, начиная с 1 июля, начинаем его реконструировать в соответствии с проектом. Полное движение по объекту в планах открытия до 1 сентября. Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил подрядчика за то, что он проводит все необходимые работы форсированно и заранее закупил необходимые металлоконструкции. Я вас хочу поблагодарить за четкую организацию работ и за продуманность опережающих действий. Потому что если бы мы не добились и получения дополнительных средств в прошлом году, если бы вы действовали не так расторопно, мы бы сейчас получили значительные удорожания строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкции резко выросла. Действуя на опережение, действуя по-хозяйски, да, как вот к своему родному, вот именно такое отношение здесь позволило нам эту ситуацию избежать. Дмитрий Азаров отметил, что федеральный центр поддерживает ускорение темпов строительства, поскольку Минтранс России рассчитывает на Самарскую область. Светлана Кудрявцева, события.